Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поговорить и вам рассказать о одной из моих любимых марок уходовой косметики. Это марка Dermalogica. Dermalogica – это американская марка, она была создана в 1986 году. И косметика Dermalogica – это в первую очередь не яркие супердизайнерские баночки, это в первую очередь не громкая реклама, которая назойливо вас везде беспокоит и находит. Это в первую очередь продукты, которые действительно работают с уникальным составом. О косметике Dermalogica я узнала около 5 лет назад в блоге замечательного британского визажиста Лизы Элдридж. Она использует косметику Dermalogica для в своем каждодневном уходе за собственным лицом. Те продукты, о которых она рассказала, меня очень заинтересовали, и мне действительно захотелось их попробовать. На тот момент косметика Dermalogica еще не была официально представлена в России. Сейчас, там, последние 2 года она уже официально представлена, есть официальные сайты, официальные дерматологи, и она стала очень даже доступна для массового покупателя, потребителя. На тот момент я вынуждена была заказывать те позиции, которые меня заинтересовали, через eBay. Скажу честно, какие-то продукты мне понравились больше, какие-то продукты мне понравились меньше. К некоторым продуктам, ко многим продуктам марки Dermalogica я возвращаюсь опять и опять. Какие-то так и лежат у меня в холодильнике, начатые, но я ими очень-очень редко пользуюсь, потому что по тем или иным причинам они мне либо не совсем подошли, либо я в других марках нашла аналогичные позиции, которые лично мне понравились больше, чем те, которые есть в марке Dermalogica. Так, первый продукт в линейке Dermalogica, о котором мне бы хотелось рассказать, это бестселлер Dermalogica, один из бестселлеров Dermalogica, потрясающий, совершенно уникальный, на мой взгляд, Gentle Cream Exfoliant. Вот он. Такая вот туба, 75 мл. Он у меня уже почти закончился, как вы видите, и я уже заказала следующий. Внутри, здесь я чуть отломала, он в виде вот такой вот белой штуки. Субстанции, очень похожи на глиняную масочку. Gentle Cream Exfoliant. Что это такое? Это мягкий 5-компонентный эксфолиант, который очень мягко, нежно, не раздражая, но при этом очень действенно очищает вашу кожу. В состав Gentle Cream Exfoliant входят как АХА-кислоты, так и БХА-кислоты. И нанеся его всего на 10-12 минут и смыв потом просто теплой водой, вы действительно ощущаете разницу, вы видите разницу, какой была ваша кожа до применения этого продукта и какой она стала после. Кожа действительно значительно более гладкая, выравниваются мелкие шероховатости, забитые поры очищаются, воспаления подсушиваются. И, в принципе, для меня Gentle Cream Exfoliant является одним из базовых продуктов по уходу непосредственно за моей кожей, потому что я точно знаю, что если я соблюдаю регулярность его использования, то есть если я не ленюсь и раз в 4-5 дней наношу на 10 минут, как правило, вечернее время Gentle Cream Exfoliant на свою кожу, то моя кожа будет выглядеть хорошо, на ней будут очень-очень редко появляться какие-либо воспаления, я буду чувствовать себя уверенно, и, собственно, проблем, связанных с моей кожей, у меня будет меньше. Хочу сразу обратить ваше внимание, что так как Gentle Cream Exfoliant – это эксфолиант кислотный, то после того, как мы начинаем пользоваться подобным эксфолиантом, мы обязательно используем дневной крем с SPF-защитой не меньше 30 в летнее, в солнечное время года. Как правило, вместе с Gentle Cream Exfoliant я использую маски Dermalogica. Сейчас, к сожалению, она у меня закончилась, а я уже заказала следующую. Вам могу только рассказать, к сожалению, показать я сейчас не смогу. Туба примерно такая же, практически такая же, как и для Gentle Cream Exfoliant. По-моему, также 75 мл. Маска называется Sebum Clearing Mask. Она в линейке MediBag Clearing. Линейка MediBag – это все продукты Dermalogica с вот такой вот зелененькой полосочкой, на которой написано MediBag Clearing.
То есть это продукты, созданные специально для кожи с высыпаниями, для проблемной кожи, в составе которых усиленные позиции, которые нацелены на усиленное очищение вашей кожи. Давайте остановимся сейчас быстренько на масках. Из масок достаточно неплохая, достойная маска увлажняющая, которыми я пользовалась, и Hydrating Mask, и успокаивающий Ultra Calming Mask для чувствительной кожи на основе овсяного протеина, тоже очень приятно, действительно работающая, и если вашу кожу надо успокаивать, если она периодически краснеет, на ней какие-то активные раздражения, то Ultra Calming Mask будет как раз именно то, что вам надо. Она ни в коем случае не будет вызывать никаких дополнительных воспалений, она не забивает кожу, она именно увлажняет и успокаивает очень-очень мягким, щадящим образом. Так, поговорим об очищении от Dermalogica. У Dermalogica есть гель очищающий, который у меня закончился, тоже в линейке MediBag. Очищающий гель, который подсушивает достаточно сильно. Я для ежедневного пользования он мне не подошел, потому что он все-таки достаточно сильными подсушивающими компонентами. Я для ежедневного очищения собственной кожи использую более мягкие сидящие средства на гелевой основе. Поэтому его я пока покупать не буду. Из любимчиков очищения Dermalogica у меня вот такой вот Dermal Clay Cleanser. Такая вот большая банка, 250 миллилитров, это не профессионально, это вот самый, собственно, его основной объем. С вот такой вот полкой, которая вот так вот вы нажимаете, открывается, и отсюда выдавливаете то количество средства, которое вам непосредственно надо. Можно понять уже из названия, Dermal Clay Cleanser. Это очищение на основе глины, на основе белой глины. Оно очень мягкое, но при этом тоже весьма-весьма действенное. Также в состав входит ментол, который охлаждает вашу кожу. Dermal Clay Cleanser я наношу обычно, когда я понимаю, что моя кожа очень активно жирнится. Либо поры у меня очень сильно забиты. Но я по каким-то причинам не могу нанести Gentle Cream Exfoliant, либо у меня чуть меньше времени, либо я использую какой-то другой продукт с достаточно активными кислотами, и тогда я могу нанести Dermal Clay Cleanser на свою кожу. Если у меня совсем мало времени, то я его наношу и массирующими на влажную кожу лица, наношу его на ладони и массажными движениями втираю в кожу минуты 2-3 и умываюсь. Если у меня времени чуть побольше, либо вот как сейчас, когда у меня закончилась глиняная моя маска очищающая, я могу нанести этот клей клинсер на лицо более плотным слоем и оставить минут на 10-15 как маску, и тогда он будет работать как маска. Конечно, не в такой концентрации, как маска, но тем не менее хороший эффект вы от него, безусловно, получите. Следующая позиция по очищению – это Pre-Cleanse Wipes. Вот такие вот. А Dermalogica – это салфетки очищающие, 20 штук их в упаковке, с очень удобной вот этой вот закрывающейся штукой. Она очень хорошо приклеивается, и я уже несколько раз пользовалась. Данные салфетки у меня лежат в холодильнике, то упаковка очень плотно закрыта, там ничего не высыхает, и салфетки мои находятся в том же состоянии, в котором они были, когда я только первый раз ее открыла. Системой салфеток я пользуюсь, признаюсь честно, не часто. Я, как правило, их использую в поездке.